Я знаю. Да. Провести конкурс среди болельщиков. Например. Вот так, получит приз от клуба. Вот так вот? И повиснуть на руках. А это тяжело? Попробуй. Что за пальчиком своим? Всем привет. Это зал, на котором тренируется наша команда на этих сборах в Австрии, очень легендарный. Дело в том, что на этой площадке тренируется и играет австрийский клуб Хиппо. Хиппо прославился тем, что он 8 раз выигрывал Лигу чемпионов за всю свою историю. И если верить исторической справке, с 1977 года является бессменным чемпионом своей страны. Название очень трудно произнести правильно на русском языке. Так, и сыграем мы на UFM арене. Кстати, интересный очень факт. Мы не можем выйти на улицу, потому что нас вдруг могут не пустить обратно. Дело в том, что на этот матч клуб продавал билеты. Невыносимый, да? Доктор невыносимый. Бывает такое?